Сезонное снижение цен на некоторые виды продовольственных товаров зафиксировали сотрудники отдела по торговле ценообразованию тарифом. В основном подешевели местные овощи и фрукты. На сегодня я могу сказать, что только за последнюю неделю на такую продукцию, как капуста, морковь, томаты, огурцы, перцы, мы видим снижение цены от 5 до 15%. Небольшое снижение мы также зафиксировали за последнюю неделю на яйцо куриное в пределах 1%, чуть больше. На муку, на масло рафинированное. В общем-то, все это достаточно радует. А вот крупа гречневая немного выросла в цене. К середине августа подорожал и сахар. Скорее всего, это связано с заготовками на зиму.